каста, падение вот этого перьев, отходите в РДД кэмп, перо вылетело, возвращаетесь к углю и бьете его дальше. Один феникс имеет опасность для всех, который кастует фир. На этот каст надо отвернуться. Ни хрена здесь сложного нету. Чё, блядь, тебе надо, Неликс? Обновляем бафы. Пишняр. Сопрота из ГБ берем и выпиваем. Рчи на баф пул. Ты говорил, где кто стоит? Я что-то не слышал это. Блять, еще раз. Платформы слева направо. Первая – Кават. Вторая – Монород. Третья – моя. Четвертая – Войд. Похилам. Гевка – Шторм. Полина – между первой и второй. Элбрил, Кирс и Дейдри с рейдом. Вчина пул. Знам забыл. Оба идут. Найдется пока не пробует. Вот этого забанит. Вот, выйди, что я делаю? Энджи поднимай. Одному контроль. Два заходят, третьему контроль. Пусть идут вот эти два, которые сейчас идут. Задний спускает тут. Рестром вверх. Сейчас хрест выйдет, там дадите какой-нибудь хрест. Мало. Пусть все идут, а третий тоже пусть идет.
идут эти, пусть идут. Одному вон стан дайте крайний. Пусть играет, мажет. Ваны дайте. Сейчас вихрь выйдет из всех. Второму паку контроль дайте. Все, пусть идет второй пак, пусть идет. Инор дайте ПДЦ. Настя. Игра. По двоим контроль дайте. Двое пусть идет. Ставим. Шаман. Опа. Нелик, все Нелик с Дином. Вы стопаете или нет? Не слышу. Стопаем, стопаем. Поздно. 1% остался. Блядь, не плохо. Сакра, есть кого-то? Да. Жми. Корни дайте по каким-нибудь, руиды, корни там раскидайте. Пиздец, тяжело будет. Падаем, дэм. У меня вопрос, если вы сказали стопать, зачем возобновлять? Лужи-то протикали, и в итоге куча луж, куча адов получилось. Вы определитесь, кто там анонсит, стопает или нет? Вообще у всех должны быть включены проценты, и как бы надо понимать, когда надо стопать. И так что... Не знаю, если честно, я стопать не хотел. Вага, я хотел, чтобы мы успели перевести. Типа я совсем стоял. Урос, ты нас сейчас вайпнул. Почитай, что тебя убило. Я так понимаю, первая фаза была? Да, это все была первая фаза. Босс, когда крутится, 5 секунд каст, падение перьев называется. Он кидает в 5 случайных игроков перья. Когда заканчивается каст, тебе надо двигаться. Ну вот это пламя возмездия, которое было. Перо Феникса. И в луже, которая она после него появляется, не стоит. Должен выпрыгивать сразу. Ну, может, я понял. Что... Там стаки ловишь плюс к фаер дамагу. На баф на пул. Неликс.
пусть идут. Двое ближних пусть идут еще. Идут, идут. Контроль дайте, стан. Стану. Не трогайте это. Срезай контроль. Где здесь находится? Разбань. Пусть идут оба. Пусть оба идут. Сейчас еще один выходит и поставим остальных нельзя. Нельзя идти, стрелять. Отпусти, брат. Пятком заберу. Все. Четвертого за контроль, если двое пусть зайдут. Одного там. Ну, там будет, да. Держи, держи градом. Держи. И тот. Пусть зайдет. Ветер и вот это. Тащи босса, тащи босса. Стопаем. Стопнули все дома. Нахера вы бьете? Пусть зайдут, не контрольте. Кстати, заходит, надо будет перевод. Чё, бить, нет? Ладно, пожалуйста. Босса вообще там 0.06% осталось. Да хлопайте, трэш. Хлопайте быстрее, быстрее. Вот пусть двое тут, не трогайте. Много контроля.
переводить, дай Масару. Только что отдал. Энджи, япончик, девка, Дейдра. Восьмой тут. МП5. Побафайте, пожалуйста, жрецов. Дайте МП5. Маги, дайте свой баф. Я от огня поставил, блин. У меня слабость. Я на третий. Первое гро, второе дизарм, третье подкат, четвертый. Побежали. Бабан. Контей дай. Нас двое, двое. А че, никто не декурсит? А ты где стоишь? На первом, возле угля первого. Прибежали, прибежали. Пиковар. Стоим. Стоп, стоп. Стоим на месте. Побежали. Здесь подсказку. Где дизаром? Нас двое. Вот идет вот этот первый идет. Нас двое. Указ где-то не в дизарме. Готовим сейчас бежать надо будет. Перебежали. Я кто-нибудь сегодня эти курсы будет уже второй раз на полу открыл. Контроль, да? Дайте. Если можешь, он по этим. А, нет, это не надо. И кидаю лужи здесь по таргету. Ману. Перебежали. Оттолкнуло. Матрей порыв. Они бесполезно, они там запускают, а у нас двое заходят. Ну типа, в первую очередь всегда запускается первая, вторая платформа, потом запускается уже третья. Тут и без маны бывает. А лужу, да, не кидай на этой платформе, потому я что мы лучше под... Я ее здесь всегда кидал. У нас теперь двое, у нас теперь нет хэпала. Сколько там миликов? У нас Айзика Ваниэль, да? И Дарт еще. Да, трое. Кто из вас знает, как выносить? Айзик. Ну или кидай, давай я не буду кидать. Раз тебе там. Сколько маны будет на перекур? Я чешку сниму, одену нам манореген. У нас не повезло, что у нас мана сожрала сейчас все. Я тогда две на мана рекомендую. Дезинформация еще была насчет феникса.
Ну да, перепутал название, бывает. Слабость — это стоп-каст, усталость — это фир, ярость — это отбор, рассеянность — это дизарм. А вот с рассеянностью перепутал. Чуть-чуть кучнее. Благо, я вылетел, перезахожу. Ваниль, ты понял, куда бегать во время коста? Я? Ваниль. Чё? Ты понял, куда бегать надо во время каста падения перьев? Вверху босс висит в центре комнаты под потолком. У тебя он должен быть заполнен на цели. Когда он кастует 5-секундный каст, должен побежать в РТД зону, где они стоят. И когда каст закончится, ты должен бежать обратно. В монте фисяву врыт. Япончик, ты в ДЦ. Это, блять, в какой момент, еще раз объясните? Когда начинается 5-секундный каст падения перьев на Аларе, босс, который висит под потолком комнаты, ты должен съебаться в РДД зону. Когда каст закончился, ты должен прибежать обратно и бить угля. Когда он закончился, перья на первой фазе? И на второй. И на первой, и на второй. Перья вылетают, когда закончился каст, и приземляться туда, где ты находился на момент, когда закончился каст. А не, это делать то, чтобы все перья были в одном месте примерно. Чтобы в милизоне не разливали. Чтобы в милизоне на танке не было этой параши. Дебаф там ловится. А че, Настя все уже сегодня пришла? Нет, я тати. Но она из рейда не вышла, соответственно, пришлось ее выкинуть. Смануть человек другого. Спек не в ДЦ. Да, Гена, у нас у троих был дебан, дебаф минус мана. Это, ну, вайпнулись. Не повезло сейчас нам. Так, а потому что у вас заходит, и у нас двое заходят, и получается двойной дамаг. Сначала он запускается, говорю, первая, вторая. Ну так и у нас зашло. То есть получается 6-7 зашло. Так хоть не зашло даже 5 штук это вами. А чё за это? Зачем мы стопали дамаг, если мы один хрен перевели? Так же как бы перевели, если не стопая. Я не увидел количество луж. 5 луж было, когда переводили уже, когда перевели. Я не увидел, поэтому сказал топнуть. И до этого было 5 луж, мы бы могли перевести, а так я что-то не понял, там в чём фишка. Там есть рейд, фуловы можно порезче запускать, потому что стопает этот контроль, а нам хилить. Помните, босс не вы? Нет. Гена, давай голос. Что за дела? На баф. Пул, короче. Каску. Ты там. Гена, ты это... Говори там у вас. Дим, Марк. Ваши пускай сначала будут, а потом уже наши. Давай, все вроде анонс. Герму? Нет. Дальше.
идут эти двое, пусть идут. Банный раздайте вот этим, по двоим. Трое пусть идут из этой пачки, трое пусть идут. Стан одному дайте. Пускай трое идут. Ну, короче, она, ну, как я ебал, так что... Я смотрю на адов, на тебя вообще не смотрю. Стан не играет. Чё, может, пойдём, да? Да, падаем. Бля, сейчас зайду, у меня завис на вопросе. У нас Эрдру нет. Гена не может, анонс кит, он уже говорил. Давайте по распределим два человека, контролируют самых ближних. И по порядку, по удалению. И все. Кирс, ты видел его в спек мгновенно. Это вот не для ОПХ. Без проблем, всегда два могут заходить, следом там через 5 секунд может заходить третий, там еще 5 секунд четвертый, либо там через 10 секунд еще сразу два. То есть хилы успеют за 5 секунд поднять рейд на фул после взрыва. 5 секунд нам надо край. Они, Сереж, они, когда мы траили, ты должен помнить, они одновременно, они не понимают, кому первому отпускать, а кому... не отпускать. Они либо всех сразу банят, либо сразу всех отпускают. Нужно сделать два человека, которые будут контролить с двух самых ближних. И распределить, чтобы они там левее-правее контролили. Ближнего левого, ближнего правого центра. Энджи спек покажи. А остальные уже... Девка, пока будь в Эрдру, и Энджи покажи спек. Тут же, ну, видно, похоже, как мы быстро поднимаем рейд, и все. И, то есть, если идут 4 цели, 2 рядом, а 2 там через 30 ярдов, то, соответственно, даже 4 хватает, надо одновременно там зайдут с интервалом 10 секунд. Сереж, Вава, я сейчас отойду на полторы минуты, короче. Иди. Иди. Перешили, отходил. У Днюш сюда доступа нету, к сожалению. Тут похуй в каком хиле хилить, тут Т5 не нужна. Ну вон, блять, может быть этого, Дарта или кого-то. Сейчас попробуем кое-что. 4 шамы, блядь, мечтал всегда. Кули, 2 там, 2 тут. 4 танка, 4 шамы. Идеально просто. Ебать, идеальный рейд. Да, перекурите пару минут. Что еще? Пойду кофе налью.
Дайте ордру мгновенный посмотрю. О, Гена с голосом. А, забей, там что? Плохо. Я сейчас Норсик просил, лучше ее. Ничего, я радуюсь. В хорошем смысле сказал он Гена. Там по факту, то, блядь, на второй фазе тупо декурсить и ходки поддерживать. Все, больше ничего не надо. Настя сможет. Ну, молодец. Ладно, замена кто хочет. Давай меня на замену. Да ладно, тебе давай. Не, вон, Дарту поставь. Ты красиво контролишь, ты чего? Ты это... Норси будет шестым хилом. Гевка, можете спуститься там каналом ниже. Кратко ее проинструктируй. Норси тут? Настюш. Норти. Кому там поставить? О, надо это. Миша. Настюшка. Что такое, Полин? Ты была в ОКХМ? Не была. Нет? Сейчас объясню тогда, что делать. Ну, а СМОС? Тыкните на СМО. Проплюсовал трем людям, никто не отвечает. Делаю выводы, это игнор. Прогрузилось? Про что? Смотри, короче, на первой фазе, то, ну, как бы просто бегаешь, хилишь. Ты в отдельной пати, так что инр свой даешь по себе. Ну, и рассчитывай на ману так. То есть всегда будет только инр твой. По первой фазе просто хилишь, Алара берешь в фокус. Когда он кастует падение пламени, да, из него полетят перья. И полетят в то место, ну, вот конец каста, они полетят 5 рандомных человек. То есть вот ты стоишь, хилишь, например, вот сейчас покажу, на каком рендже. Плюс-минус вот на таком. Тогда нашел до танка доставать, грубо говоря. Все, видел, он каст там закончился и перебежал и просто, ну, в другую сторону, вперед. Там включится, что дальше делать. Потом смотри, на второй фазе пошли за мной, за луной. Смотри, на второй фазе, получается, один танк стоит вот здесь, это Кават. На следующей платформе стоит Монород, но его потом поменяет Лага. Смотри, ты стоишь вот здесь, вместе с Ягодным Тортом и с этим, со Шторм Сингер. Что ты делаешь? Тебе нужно будет их декурсить, да, то есть на них будет кидаться проклятие, ты их декурсишь. Вот, и просто как бы, ну, поддерживаешь ход и пытаешься хилить. Там, потому что подходами будет, ну, урезанное все. Не помню, как он режется, если честно. В общем, тебе главное декурсить Штормсингера и Полину. Ну и на них кидать ходки, там, омоложение, буйный рост на себя, чтобы им ману регенить. Когда идет
Также падение пламени, да, Ларка стоит. Отбегаешь подальше. Да, отбежала, каст прошел, вернулась обратно. Типа, ну, туда полетит перо и образуется лужа. Лужа такая большая. То есть в этой луже, ну, как бы стоять нельзя. И все. Больше ничего делать тебе не надо. Когда фениксы маленькие заходят, можешь кого прожить. Поставьте насчет рыбу. Перьев, сейчас включишься, что за тема лиц. Поставьте рыбу. Главное, говорю, по мане рассчитывай то, что, ну, ты будешь одна без шаманов, и, ну, у тебя только свинер будет. Там фениксы, у каждого феникса, у четырех штук, есть свои обилки. Главное стоп-каст не поймать и страх, поэтому лучше стоять спиной, всегда стоять спиной. К к обрыву, к обрыву. Смотри, вот, мы будем стоять, я тебе покажу где. Я показал. Поняла, где мы стоим. Да, посередине. Вот так будешь спиной стоять, то есть чтобы ты прям вообще, ну как танки, типа, спиной к обрыву. Всегда. Ну там механика, то есть как на Джайне. То есть, если ты смотришь на Феникса, он тебя во время каста либо филяет, либо каст кикает. Да, и то есть ты стоишь просто к спине к обрыву, получается, ты от левого Феникса, да, спиной, и от правого Феникса спиной, и все. А что, слабость не кикнет в каст, если отвернуться? Нет. Надо именно стопнуть каст. Ну, стопнуть каст. Да. То есть, ну, ты кинул хп. А вы про высылки сказали? У меня хп-то мало, ребята. Иди кидай. Да, ну, мало. Не умрёшь. Сапро ты и выпьешь, ну... Да, ну, скинь. И пусть идёт в Долоран. Ну, скинь, да, скинь, ладно, хорошо. Я бы 200 посоветовал. Дарк отходит на 5-10. Нет. Хуй знает, тут усилки нужны, если там 4 сразу ебанёт, мне кажется. Если 4 ударит, там 10 падают, без нее куча народа. Да, 200 много. 3 еле переживаем. Я 200 поставила, слушай, хватит. Ну я тоже 200, я выживаю, последний умираю, ну толку от этого. Ну я тоже, ну маны не хватает. Это не робот, не так страшно. Здесь все-таки можно тем, кто не таурен, 150, а таурином сутку, нормально. О, тогда я пошла тут тоже менять. У меня маны побольше будет. На 150, пойду поменяю. Ой, бля. Долго все, очень долго. Уже сам. Да все равно дартпал мне. Ну да. Дартпал не в рейде. Он не в рейде. Ну чё? Сумань. Я просто сразу сделал 200, когда шли волка, а я думал, он уже. Там, смотри, Саварян, да? Сейчас стой просто подальше, посмотри, как эти перья раскидываются. Там, ну и сразу появляются лужи, куда там падает одно перо. И там же... На баф, на... Там япончика нет. Там на Айзека, что ли, метку дай, чтобы это... Ваниль не заслакал. Да, поставь метку на нее. Он хоть и выносит. Ты смотри тоже. Какая метка свободная, Локи? Ромб, по-моему, печень, звезда, есть, по-моему, квадрат сюда. А бафните мне, пожалуйста, МП5. МП5 дайте, говорю, на друидов, а на Монрад пусть ему звезд. Я писал еще на том поле. Кончик готов? Да, тут я не в рейд, почему-то. Чего? У меня не отражается. Вера, дай. Я не понял, ты не в рейде? Меня не отображается.
каску дайте на разбой. Вася, подальше отведите босса. Пусть циклон заходит. Вот рядом с ним. Пусть идут эти двое. Пусть идут. Я соберу через 5 секунд. Ты ответ? Кастеров в первую очередь диспенсер. Дальше отводите босса, его нравится. Дальше прям отводите их очень много. Лизер, дай в этих боссах тебе много. Пусть идут. Сейчас циклон и ром подпускают до Лоруса. А было бы неплохо. Да, Лунар не получил. Монорек по сумману, да? Пусть там идут, не будет. Клоны звезду отпустить. Все, крест может отпустить, быстрее. Дай блигер. Пусть идут двое. Убиваем. Еще даже первый ужин. Пусть идут двое. Так. Контроллер, знаете, там очень много заходов. Дай массагру. КД. На ХП кастую. Переводить. Пусть отпускайте звезду и пять.
далеко очень, далеко бежим. А, нормально. Я пока не могу использовать эту способность. Быстрее поднимайся, дерево. Блядь, ты чё? Ваниэль, ты не в том месте. Так, а куда мне, братан? Ну, пробегай просто к нам. Через всю платформу. Блин, я от огня поставил. Четвертый. Ярость. Первая ярость. Вторым мядизаром. Третий. Третий подкаст, четвертый вообще. Перья пошла. Перебежали. Локи, Сантей, два бана. Крест, звезду отпускайте, звезду отпускайте. Перед пошли. Перебежали. Пожирающий мак. Близок ты, близок к Тениксу идем. Ближе, ближе, ближе. Ближе подходите, ближе. Луне. Перебежали. Назад. Да, вы находите. Два бана дайте. Чем? Я же не попросил. Двое пусть идут. Звезду отпустите. Что, сохранили, у меня чудище было. Пусть по воздуху идут двое. Нет, нет, 25. Перья пошли. Перебежали. Пусть отпустите крест. Вась, сразу за тендер. Пусть все трое идут. Есть еще два гимна на ХП есть. Потрачено. Перья. Побежали, перебежали. Дай купол. И побольше запустить. Понял. Стопните, не бейте, не бейте, не бейте. Феникс, не добивайте. Пусть нужно запустить. Немножечко. Не держи в Близзарде, перья. Перебежали. Когда скажут, слева на ХП вот. Пизда. У вас бим на ХП, а у нас и чё? У нас и... Ну, двоих убили, было. Да. Ну, конечно, лучше. Поле спек есть у тебя, нет? Это, милики. Оставайтесь, вот если такая хуйня, оставайтесь у Феникса, и вам его нужно будет добить. А потом уже прибежать. Ну, то есть вы на перья отбегаете, но потом возвращаетесь, чтобы добить. Алло, слышишь меня?
Алло, прием, прием. Он в это время разговаривать не может. Во, здорово. Танчить будешь? Алару убьем, и будет обычка. Но у нас типа Алар тут. Ничего сложного. Ничего сложного еще не было. Тебе просто во Фроста спекнуться там периодически. Лужу покидать в РДД-кэмп. Ну и там уголька потанчить. Не, ребят, я пас, я думал, на расслабление. Окей. А чего мы сдох? Того, что ты дамажишь мало. Маленькие фениксы вылазят из луж, которые появляются, они заходят в мини-боссов, получают урон, орет весь. От... А мир вставай. Вот и в чем. Да, элементальные заходят в мини-боссов. Типа, когда заходят все 4, то это лазит. Это даже 3, слушай, очень критично по рейду. Да, это тоже очень критично. Тем более, что уже не такие, как и нельзя. Не знаю, что мешает вам сделать фулли спек третьим спеком себе. Сейчас 3 спека, спокойно. А мир... Первый спек ДЦ, второй спек ШП, ПВЕ, третий спек ШП, ПВП. Ну, понятно. У нас ПВП гильдия. Сейчас бы я зашел просто и все, и было бы проще в ДЦ. А холиком будешь ты точно так же давать столько же ХПС. Дебаф дайте по шумону. Отпивайся, Рейш. На бафы на пул. Настя, красотка. Да. Не знаю, что ты меня ругаешь, просто потому что у тебя на не ругаюсь. В сторону это... Вы хотите делать холи спеки себе, которые нужны для рейда. Да, говори. Да, блядь, ты сейчас просто сбивал. Ты когда говорил, да, перебегать на арте. Типа, я смотрю, она в нашем кемпе еще люди. Ну все, она уже, она молодец, она уже разобрала. Понял. Буду только если у нас подкаст можно. Да. Без вопросов. Либо элементарий класс. Ну да. Дайте каску полов. Геро. Ну народ, Норти, Норти. Нет, Норти не поднимаешь. Бабл, ну ты ешь, бахнуть не могу. Всех рестов. Пусть идут. Пусть идут. Так, циклон освободится. Бафы дайте по друидам. Отпускайте все равно. Хил мертвый. Энджи подними. Дальше пройдите.
ТС держите, пусть другие заходят. Отпусти блюки. Пускай циклоны ром подают. Крест трусом. Сейчас в западе. Ну на ранг скинем и на Россию. Вот трое рядом пусть заходят. Ромб под контроль и пусть заходят. Циклон рядом с циклоном пусть идут. Вон сюда звездочка пусть заходит. Сильно покажу. Сейчас все нормально. Япончик ладно. Возле босса двое пусть идут. За боссом контроль. Отпусти ромбик. Перед контролем по голову. Другие локи не банил. В таком случае лучше бы всех забанили, а там бы потом разбанили. Сколько там? 5 зашло, да, сразу? Шама идем, да? Да. Вы же в курсе, да, что гимн на ману вместе с тотемом на ману охуенно профитная хуйня? Ты это уже третий рейд нам рассказывал. Понятно, ничего. Но вы это совмещаете или нет? Состыковать очень проблематично. Как это проблематично, блядь? Три приста, три да. Шамана, это пиздец. Как проблематично? Неликс, вот так, Штормом, я 10 секунд Белбрук, ждал, простил два раза, пока по мне дали... Блядь, так вы соединитесь в пары, блядь, и давайте по очереди. Неликс, Штормом, Белбрук, с Кирсом, Бое, Торц, сейчас Торц. Причина вайпа в этом? Не, я вам на будущее говорю, вам охуенно будет маны-то на 20% больше, не считаете? Все было бы хорошо, просто хилы упали, такое бывает... Я не права, а вообще я за бой, за первую фазу сдаю два раза тотем. Гимн, насколько я помню, 10 минут, тотем 5. Ну, через раз. Ну, да. Так вот, как раз таки, вот когда вы поднимаетесь на вторую платформу, там у ребят должно откатиться, они тоже сдают примерно так же. Там и сдается. Вайп не из-за этого. Да я не про вайп говорю, блядь, я говорю, что это профитно делать вместе. Так они делают это на второй платформе. Ну вон Неликс пишет, типа это просто. Потому что, понимаешь, когда идет урон от адов, бесполезно давать гимн, потому что он собьет. Во! Элбил сами говорит, потому что знающий давай, человек. По КД урон от адов идет, и что?
Поэтому нужно дождаться, когда пройдет АУЕ урон. Ну все правильно, повесить щит на... Поэтому я тебе объясняю, щиток, что это вешается, сделать очень сложно. Я играл с ситуацией под шаманом. Проехали. Тотемы, то сейчас переругаем. Короче, Нелли, ты можешь быстрее. Просто вы в рознь даете всю эту хуйню. Исповеди и обновления, для чего используешь от кого? Не суть, вайп произошел. Давайте, давай. Да он, наверное, в танка использует. Вообще не использую, и исповедь тоже это крайний случай. Ты лучше связующим хильсер в себя и в танке, когда там кому-то из вас больно, это будет много. Ты мне говоришь? Все, я тебя слышал, прошел тут. Ну, я просто не супер. Просто она ГКД у тебя занимает столько, сколько щит, даже больше, а щитов мало очень. Норти, Айзек. Мало щитов. МП5 рейдом дайте. Ну, у меня весь рейд все время. Так, мальчики, проехали. Кулаки. Ваниэль, ты кулаки кидаешь? Меня не отображается. Кават. Кават. По друидам кидай МП5, но по монороду кувар 10 минут. Ну, с 3.1, можно все дать. Ну, Ваниэль, значит, МП5 раздай. Угу. По всем тогда. Собака, если ты просто видишь, я ориентируюсь, либо щит должен быть, либо ослабленная душа, а у меня половина. Пирс. А я стараюсь поддержать. Давай отчет. Научится, он научится. Нет, я посмотрю, где же. А, это я.